LJ, Made in Italy. Блять, друзья мои, вы, наверное, не знаете, но я самый, мне кажется, главный фанат Лёхи LJ на свете. Поэтому сейчас для меня это дело принципа сейчас будет. Разобраться с кайфом. И потом зачекаем трек OS, который нам закинули на обзорчик. LJ, Made in Italy. Новые треки от LJ — это большая редкость. Но даже если они и выходят, то в большинстве своем посвящены какому-то знаменательному событию. Блять, всрато составленное предложение. А если не выходят, они не посвящены. Но даже если они... Ладно. На этот раз, казалось бы, разбитому недавно Lamborghini Urus. Но все не так просто. Made in Italy — это стильно и минималистично. Трек, где четко вырисовывается образ старого доброго LJ 13-15 годов за счет своего тембра голоса. Но трек, как ни странно, посвящен отношениям. А разбитый Urus — метафора разбитого состояния души. Ну, друзья мои, давайте. Давай, Лёхер. Согласен, трек «Бошки дымятся» точно был приурочен к какому-то событию. Вообще, маленькая ремарка, судя по тому, сколько люди в Дубае за последнее время разбили Lamborghini и прочих машин, всякие блогеры, рэперы, вскрывается то, что большинство из них, блять, нихуя не умеют водить, судя по всему. Чувства настоящие останутся забытыми. Холодный как снег, на гастролях в Аляске. Прячусь как аскет, исчезаю как Каспер. В огромной Москве, вижу тебя везде. Ты не такая как все, я тебе не пиздел. Яркая жизнь как витражи, острые как ножи слова. Постоянно куда-то бежим. А я думал, сова. О! Сама чистая грязь, даже не стыдно. Ладно, баснер, ладно. Слово на полу. Поцелуй, Майден, Италия. Мы были убитыми. Чувства настоящие останутся забытыми. Майден, Италия. Мы были убитыми. Чувства настоящие останутся забытыми. Может еще, но не сейчас. Может еще когда-нибудь. Хочешь любви, на, получай. Хочешь уйти, я сам уйду. Ты сегодня одна. Завтра вас двое. Я с того самого дна. Я, но никогда не оставит в покое. Поцелуй, Майден, это мне. Мы были убитыми. Чувства настоящие останутся забытыми. Майден, это мне. Чувства настоящие останутся забытыми. А мне понравилось, реально. Вот это, блять, я не могу сказать, что по текстуальной составляющей тут что-то новое было открыто. Плюс я не могу сказать, что мне припев прям зашел. Хотя я понимаю, что вот, блять, был бы сейчас ТикТок, и это был бы 100% огромный хитовый потенциал у трека. Все бы сосочки под него снимали вот эту Made in Italy. Хуйню. Но какой же, блять, пиздатый биток. Как же хорошо, стильно сделан звук. Вот эти эры, паузы. Прям это очень качественно. Мне это очень нравится. Именно в плане качества, в плане дороговизны. Вот это, ну, я говорю, текстуально это Лёха LJ, ну, вот реально холодный, как снег. Как бы, но, блядь, именно с точки зрения формы, это очень пиздато. Ну и панч, я думал, сова, ладно, вот за это можно многое простить. Это хорошо, реально, это 7-7,5. По звучку очень хорошо. По тексту, но по звучку... Особенно куплеты, блядь. Очень, это очень сочный звучок. Всем бы такой. Реально.